Всем привет, ребята, Брэдэс с вами, и сегодня хочу вам показать такую классную программку DLC Unlocker, которая позволяет в игре Mortal Kombat 11 открыть всех гостевых персонажей, которые имеются в игре. Для этого самым первым делом просто скачайте с сайта вот этот Unlocker. Я уже его скачал, у меня в Google Chrome показывается файл здесь снизу слева. Нажимаю на стрелочку «Показать в папке». Вот она открывается. Нажимаю правой кнопкой по этому файлику. Если у вас есть архиватор, то у меня в этом случае WinRAR. У вас может быть 7-Zip. Находим Extract to MK11. Нажимаем сюда. Потом ищем такой же файл. В этом случае вот он здесь спрятался. Заходим сюда. Видим, что есть три таких вот замечательных файлов, которые позволяют нам открывать гостевых персонажей. Но есть проблема. Если мы сейчас вот это все закинем в корневую папку Mortal Kombat, у нас возникнет проблема. Во-первых, отсутствие сюжетки, а во-вторых, у нас могут не открыться персонажи. Чтобы этого не возникло, давайте сперва зайдем в Steam, библиотека, Mortal Kombat, нажимаем на шестеренку, вот, управление, свойства, заходим сюда. Выключаем синхронизацию сохранения со Steam Cloud. Она должна быть, что-то не должно быть галочки. И еще лучше всего заходим в Steam, настройки, и в папке Cloud тоже выключаем синхронизацию. Вот, все это проделали. Теперь заходим в папку вашего профиля, а точнее локальный диск, пользователь, то есть ваше имя, например, App Data. Mortal Kombat 11. Вот эту папку надо удалить. И не бойтесь ее удалять, потому что MK11 все равно при запуске игры докачает эту папочку, и ничего с этим не будет. Эти три файла нам надо закинуть сейчас в корневую папку Mortal Kombat. Чтобы ее найти, нам надо зайти в Steam. Давайте свернем это окошко. Зайдем в Steam. Вся синхронизация выключена, а теперь, чтобы найти корневую папку Mortal Kombat, заходим в свойства, локальные файлы, обзор. Вылетает такая папочка, видим Mortal Kombat 11, заходим в binaries, retail, уменьшаем это окно. Второе окно у вас уже должно быть открыто, тоже уменьшаем. И теперь все вот эти три файла просто переносим сюда. Я этого делать не буду, потому что я их покупал и у меня, возможно, будет ошибка. То есть все это скопировали сюда, все это закрываем и просто включаем игру, и у вас будут все персонажи открыты. Потом, если у вас все, что вы открыли, и все, что вы открыли в Unlocker, вам уже больше не понадобится, и вы хотите от него избавиться, то я вам рекомендую зайти также в этот Binaries Retail, найти те три файла, которые были в Unlocker, я их уже удалил, у меня их нету, я вам не могу показать. Скажем, это три файла, это только пример, не удаляйте эти файлы. Это три эти файла, скажем, из Unlocker. Вы их удаляете, и после этого я вам рекомендую зайти вот в локальные файлы и сделать, проверить целостность игровых файлов. Это займет какое-то время, я не помню, полчаса или час, оно все скачает все, что нужно, все, что не нужно. И потом у вас, получается, не будет никаких проблем. Если возникают какие-то эрроры, какие-то ошибки, то после проверки их уже не будет, и вы сможете нормально играть уже на всех персонажах. И также с анлокером для скинов тоже все это работает. Это я проверил на своей шкуре. Так что на своем примере. Вот. Рекомендую вам это. Если вам это помогло, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, очень важно. И также здесь в конце видео и сверху будет такая маленькая вкладочка, где вы можете открыть все скины, бруталки, фаталки и так далее. Тоже посмотрите, если вам надо, установите, и будет вам счастье. С вами был Брэдэс, до новых встреч и пока. И вот, бойцы разблокированы. После этого способа у меня они как раз таки разблокировались. Также видно было, что разблокировался уже. В
принципе, все. Ну, там перезвучишь все, если что, обрежешь, где-то ускоришь. Ну, я записал.